Ювелирная выставка традиционно проводится в середине июля. Ее торжественное открытие, начавшееся с дефиле, это показ модных свадебных платьев, плавно перешло в выступление гостей. Их сегодня было больше, чем обычно, ведь каждый хотел принять участие в юбилейных торжествах, поздравить организаторов с 15-летием проведения самой красивой сочинской выставки лета. Организаторы вручили всем партнерам выставки специальные дипломы. 15-й юбилейной ювелирной выставки «Интер-ювелир». Выставка «Интер-ювелир» объявляется открытой. «Интер-ювелир» называют ювелирной выставкой номер один, потому что приезжают и признанные лидеры отрасли, и те, кто только выходит на рынок ювелирной моды. Более 150 участников. Наши производители очень серьезно подготовились, привезли самые красивые, новейшие коллекции сезона 2015 и уже 2016 года. Можно посмотреть здесь самые уникальные новинки, большое количество ювелирных изделий, которые созданы руками авторские, руками мастерами и никогда нигде не повторятся. На двух этажах гранд-отеля «Жемчужина» расположились вот такие красивые ювелирные стенды. На выставке представлены изделия всех направлений и стилей. Привезенные образцы всегда привлекают внимание своей оригинальностью, а еще разнообразием. «Интер-ювелир» на 7 дней становится музеем ювелирного искусства. Вижу новые коллекции на выставках, вижу, что ювелирная компания, несмотря на достаточно серьезный кризис, все равно старается каким-то образом привлечь внимание покупателей. Сейчас очень модно стало неожиданные какие-то решения. То есть классика, она всегда классика, всегда людям нравится. Но если женщина имеет там уже 5 колец классического направления, конечно, хочется что-то неожиданное, что-то такое фантазийное. Ну и поскольку в этом году «Интер-ювелир» отмечает 15-летний юбилей, столько же будет и призов. 22 июля в 17 часов состоится супер-розыгрыш. Призы партнеров выставки компании «Дон Ювелир». Кроме того, розыгрыши призов будут проводиться ежедневно в 15 часов. Выставка работает в гранд-отеле «Жемчужина» до среды включительно. Елена Овсецина, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.